Центр детско-юношеского туризма «Пилигрим» сегодня отметил свой 20-й день рождения. За время своего существования он не только принес Волгодонску большое количество побед и заслуг, но и вырастил множество именитых спортсменов. Азы спортивного туризма, скалолазания и спортивного ориентирования преподаватели с любовью и трепетом передают детям абсолютно разного возраста. Походы и соревнования, победы и поражения – все это они преодолевают в дружном коллективе «Пилигрима». В зале смех и веселые голоса детей, а на полках кубки и награды. На протяжении 20 лет «Пилигрим» воспитывает и прививает молодежи любовь к спорту, природе, здоровому образу жизни и родине. Много это или мало? Пожалуй, много, если смотреть на все достижения и результаты. И мало, если учесть все дальнейшие планы развития, признается Валерий Платонов, директор Центра детско-юношеского туризма «Пилигрим». И основная задача – сделать центр еще более привлекательным для молодежи. Юбилей – это еще и встреча коллег, друзей, с которыми на протяжении многих лет мы делали эту работу. На протяжении многих лет мы шли к той заветной, наверное, черте, как называется это в спорте, к финишной ленте. Вот. Наверное, мы к какому-то рубежу пришли. Но я еще раз оговорюсь, что это рубеж не окончательный, и поэтому мы хотим и видим, что впереди нас еще много ждет интересных дел. Все воспитанники «Пилигрима» в основном выбирают профессии, связанные с туризмом. Некоторые же решили не просто посвятить свою жизнь спорту, но и передать мастерство новому поколению. Поэтому они и остались в центре, но уже в роли преподавателей. Половина детей, это их жизнь становится. Кто-то уходит, кто-то приходит, ну, половина остается в этом спорте, в образовании, также потом учат детей. Детей много, видов спорта не так много. Ну и «Пилигрим» берет какую-то долю в спорте для развития детей. День рождения «Пилигрима» – это праздник и тренеров, и воспитанников. Все они получили поздравления от творческих коллективов города. Кроме этого, преподавателям были вручены благодарственные письма, грамоты и цветы. «Пилигрим» взрослеет, но не изменяет своим традициям. Сегодня, как и на протяжении двух десятков лет, двери центра открыты для всех желающих заниматься туризмом. Хочется сказать слова благодарности всем нашим тренерам, которые долгие годы работают в центре туризма, несмотря на все трудности, сложности. И обратиться к молодежи, что у нас можно заниматься любимым видом спорта на бесплатной основе. Мы приглашаем всех желающих, и наши двери всегда открыты для горожан. Дина Горбачева, Сергей Овчаренко. Новости ВТВ.